Здесь все пусто. Новые враги мне не нужны. А насколько я знаю угриедов, они во всем обвинят друг друга.
Давно ты заплатишь! Эй, ты чего делаешь? Мертвые по счетам не платят. Успокойся. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Ты как-то изменился. Погоди. А, ты больше не воняешь потом и мочой. Я покувыркался с Поли Адлер, самой надушенной рыночной вертихвосткой. Видимо, запах ее духов пристал. Везучий гад. Я ж 2 месяца ее дожидался. Я ждал 5, но она того стоит. Один знакомый моряк сказал, Полли привозят духи из-за границы. Оно и понятно. У нее в комнате пахнет, как в тропическом саду. Видать, немало стоит, раз приходится спать с такими, как ты. Эй, ты чего делаешь? Мертвые по счетам не платят. Успокойся. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Ты как-то изменился. Погоди. А, ты больше не воняешь потом и мочой. Ха-ха-ха-ха. Я покувыркался с Поли Адлер, самой надушенной рыночной вертихвосткой. Видимо, запах ее духов пристал. Везучий гад. Я ж 2 месяца ее дожидался. Я ждал 5, но она того стоит. Один знакомый моряк сказал, Поли привозят духи из-за границы. Оно и понятно. У нее в комнате пахнет, как в тропическом саду. Это немало стоит, раз приходится спать с такими, как ты.
Надо больше спать. А? По-моему, я что-то видел. Разумеется, тут никого. Thank you.
какая прелесть. Ugh.